В Твери продолжают привлекать к административной ответственности автовладельцев, которые нарушают правила парковки, оставляют машины на газонах, тротуарах и в других запрещенных местах. Сегодня сотрудниками администрации Заволжского района зафиксированы новые нарушения на Санкт-Петербургском шоссе рядом с 21-й школой. Петербургское шоссе 42, 21-я школа. Начинаем осуществлять фотофиксацию стоянки на естественных зеленых насаждениях. Фиксируем номера транспортных средств, которые размещены на газонах. Во время таких рейдов сотрудники администрации в первую очередь обследуют территорию вокруг школ, детских садов, учреждений культуры. Например, вот здесь, напротив ДК «Металлист», недалеко от остановки общественного транспорта, а также возле 21-й школы, автомобилисты каждый день паркуют свои машины. А когда им выписывают штраф, удивляются и говорят, что не знали, что это нарушение. Для того, чтобы транспортное средство оказалось в том месте, где оно было установлено, ему было необходимо объехать заграждение проезжей части, переехать через тротуар, проехать по тротуару, после чего установить транспортное средство на газон. То есть, ну, очевидно, что человек, да, может не знать правил благоустройства, но не знать правил дорожного движения, учитывая это обстоятельство, что он обязан был сдать экзамен на право управления транспортным средством, прежде чем получить водительское удостоверение, ну, говорит само за себя. Правила благоустройства запрещают парковку на газонах и тротуарах вне зависимости от времени года. По всем нарушениям составляется протокол. Чуть позже каждый случай рассматривает административная комиссия города. Если устанавливается, что действительно и объективная, и субъективная сторона состава присутствовали, вина доказана, лицо привлекается к административной ответственности и назначается административное наказание в виде административного штрафа от 1500 до 3000 рублей. Только в Заволжском районе в последнее время составлено около 50 протоколов. Штраф должны заплатить 27 нарушителей. Такие рейды будут продолжаться во всех районах Твери.